сегодняшний фестиваль, да, вот здесь и ведущий, и Андрей Александрович говорили, что он юбилейный, 10-й, но он юбилейный, потому что проходит в юбилейный год Победы, в год 70-летия Великой Победы. И в зале находятся те ребята, которые еще раз в своем творчестве смогли прикоснуться к нашей истории, истории нашего народа. И правильно то, что здесь представители Крыма и Севастополя. Мы очень этому рады, потому что в прошлом году Крым опять вернулся в Россию. Я хочу, чтобы каждый из вас, каждый из нашего молодого поколения россиян вырос патриотом. Потому что патриотизм – это не пустое слово. Патриотизм – это действительно любовь к родине. Только с любовью к родине можно делать очень большие, красивые, великие дела. То, что сегодня мы увидим здесь, на этой сцене, это пусть небольшие, но уже очень хорошие дела. Потому что цель нашего сегодняшнего фестиваля была прежде всего увековечить память о тех событиях, которые дали нам мирное небо над головой. С праздником вас! С праздником, дорогие друзья! И на последней улице название прочли. А название такое право слово.